рассмотрение подписчики. Сегодня у нас на видеообзоре крутая коляска от бренда Рика. Моделька называется Fox. Давайте посмотрим на нее поподробнее. Это бюджетная коляска, которая сочетает в себе все, абсолютно все. Очень классная ткань, качественная. Здесь у вас вставки эко-кожи идет. Внутри у вас пластиковый блок, как многие хотят. Здесь у вас есть отворот-стойка, чтобы зимой ребенку ветер, дождь, снег, ничего не попал. Сзади у вас есть достаточно большая москитная сетка для лета, для циркуляции воздуха. А для зимы все плотно закрывается, здесь у вас ткань будет утепленная, очень-очень толстая. Здесь у вас есть замочек, и там спрятана ручка, за которую вы в дальнейшем будете переносить сам блок. Накидка на ножке у вас крепится на обычных клепках. Накидочка утепленная. Что касается внутренности, ширина, длина здесь стандартная. Любому малышу здесь будет комфортно. Толстенный матрасик, который можно в любой момент снять и стернуть. Также вот эти вот боковинки все можно снять и постирать. Спинка у вас поднимается и фиксируется. Когда ребеночек начнет подрастать, спинку можно будет зафиксировать. Фиксируется она, если что, с нажатием кнопочек. То есть вы крутите и поднимаете. Вот, чтобы было видно. Также можно спокойно ее опустить. Козырек опускается без нажатия кнопочки, просто поднимаем либо опускаем. Ручка для мамы выполнена в качественной эко-коже. Регулируется по высоте с нажатием двух кнопочек. Сами регулируете угол наклона. Также в комплекте у вас есть вот такая вот сумка в цвет коляски, дождевик, москитка. И я посмотрела, еще есть клеенка-пеленка. Что касается низа. Корзина для покупок у вас идет огромная, закрытого типа. В любой момент можно к ней спокойно подлезть. Если запачкаете, все легко снимается и стирается. Что касается колес. Колеса идут надувные, камерные. Для зимы самое то, проедете по-любому без дорожки. Тормоз один. Стоят колесики, поднимаем наверх, колеса будут крутиться. Снимаются они у вас с нажатием либо красной кнопки, либо с нажатием вот этой кнопки. Если колеса снимаются, в идеале их снимать раз в месяц, зачем, пишите в директ, проконсультируем. Что касается амортизации, она у вас двойная. Вот здесь пружинка, и также вот здесь у вас есть пружинки. Она фиксируется. Снизу есть рычажок, переставляем его в другую сторону, амортизация будет жестче. Также вот здесь вы можете отрегулировать ее по мягкости либо по жесткости. Посмотрите, она очень хорошая, очень мягкая, никаких усилий прикладывать не нужно. Что касается передних колес, они у вас вращаются на 360 градусов, фиксируются, нажимаем вниз, колесо поедет только прямо, поднимаем наверх, колесо будет крутиться, снимается с нажатием вот этой кнопки, также в идеале снимать раз в месяц. Пишите в директ. Что нам понравилось по этой коляске? Это снятие блока. Здесь не вантаж крепления, здесь совсем другие крепежи, но они классные. Нажимаем на одну кнопку. Нажимаем на вторую кнопку. И вот за эту ручку спокойно вытаскиваем коляску. Вообще классно. Сейчас поставлю прогулочный блок. Прогулочный блок, как и у любой коляски, ставится по ходу движения, либо против хода. То есть ребенок может смотреть на маму, может смотреть на окружающих. Все крепится до защелки. Козыречек опускается максимально вниз. Здесь у вас также есть воротник-стойка. Сейчас покажу. Вот такая крепится сверху, чтобы дождь, ветер, снег, солнце, ничего на малыша не попало. Накидочка утепленная, крепится по бокам на две клепочки. И плюс, посмотрите, она очень-очень длинная. За что люблю риковские коляски, так это за их длину. Здесь самая длинная люлька, ну, прогулочный блок точнее. Пятиточные ремни безопасности, накладки на плечики, межпаховая накладочка присутствует. Обязательно есть ограничитель между ножек, чтобы ваш малыш никуда не вывалился. Матрасик, в любой момент можете снять и стернуть его. Бампер для ребенка выполнен в качественной эко-коже. Подножка также идет из эко-кожи. Если запачкаете, все легко протирается. Опускается подножка с нажатием двух кнопочек. Поднимается до защелкивания самостоятельно. Если малыш маленький, вы можете поднять максимально вверх, чтобы ребенок ножками упирался в подножку и не вываливался. На козыречке у вас есть вот тут москитная сетка, чтобы вы могли подглядывать за своим малышом, либо для лета, для циркуляции воздуха. Спинка здесь у вас идет механическая. Поднимаете, она самостоятельно фиксируется. Вот посмотрите, сидячее положение. Опускается с натягиванием рычажочка. Ничего сложного.
Снимается этот блок абсолютно так же. Нажимаем на кнопку раз. Нажимаем на вторую кнопку 2 и вытаскиваем сам блок. Сейчас покажу, как собирается коляска. Поднимаем ручку повыше. Здесь у вас есть кнопка, которая срабатывает как предохранитель. Нажимаем на нее, натягиваем рычажочек. Здесь просто натягиваем рычаг. Опускаем коляску вниз. У нее есть сбоку фиксатор. Все, она у вас собралась. В принципе, стандартная, с любой багажник спокойно залезть. Разбираем, убираем в сторону фиксатор, открываем колясочку, придерживаем ее ножкой за щелку. Коляска собралась, готова к эксплуатации. А мы ждем вас в ваш любимый магазин коляски. Все, не забывайте приходить на наш сайт, оформлять рассрочку без предплаты и приходить на наши консультации. Ждем вас!